В Нижегородской области, в селе Маргуша, произошел взрыв бытового газа. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. Сообщается, что газ сдетонировал на третьем этаже. По предварительным данным, погибли 3 человека, включая 3-месячного ребенка. Всего пострадали 8 человек. Власти выплатят всем проживавшим в доме, которые не получили травм, по 10 тысяч рублей, пострадавшим по 100 тысяч рублей. Родственникам погибшего младенца будет выплачено 200 тысяч рублей. Очевидцы говорят, что взрыв был таким сильным, что в соседних домах повылетали стекла.